Посмотрите, здесь какая красота стоит. Папка все до библиотеки не дойдет. Мы возьмем почитать. И потом их обратно привезем. Еще свои привезем. У нас дома они лежат в коробках. Столько книг. Три взяли мы. Во. Обязательно привезем. А то папе уже читать нечего. Он по 10 раз одно и то же читает. Так, ждите нас тут. Мы сходим, отнесем. И можете идти наверх. Мы зайдем с сушами и пойдем наверх. Хорошо. Первый раз пью такой кусок с морковкой. Чё? А что не взяла сумочку свою? Забыла. Ждем Диму с Настей. Папа наладил Даринин телефон. Отремонтировали мы ноутбук. Теперь Дарина вся упакованная, да, Дариночка? Покажи, какая у тебя. Что? У тебя была это... Что? Чехол. А ты другой поставила? Да. У тебя же был такой, как у меня, с книжечкой. Так он красивый. Дома лежит. Мне, кстати, надо новое стекло клеить на весь экран. Что, сломала уже? Разбила? Да, это давно уже, в сентябре еще. У меня упал, когда ушла. А у тебя есть же запасное? Да, на весь экран мы заказываем. Ну, пока Настя дома попроси. Она хорошо у нас умеет клеить. Мы тут на 5-м этаже. Ждем покушать. Да фотографируют, и никто есть не собирается. Ну что, с дикого края, что ли? Сразу кидаться не будем, надеюсь. Так Настя красиво положит. Вот такой мой телефон. Honor 10i. Попросила папку, говорю, установи мне Инстаграм. Так мне никто и не установил. Я его скачала, тебе надо зайти туда. Ну, может, у меня появится возможность Инстаграм наш вести. Хотя папка ведет его. Папа вот свой ведет, а не наш. А он свой? Он так мой не ведет вообще? Нет. Вот какой нехороший. Смотрите, сколько мы набрали. А вы что, Даринины унесли? Я ну забыл. Ладно. Может, блинчики? Пусть это ест. Может, блинчики? А потом... Нет, а потом мы это... Потом еще в это поешь в машине. Сейчас Настя все сфотографирует. Мы тут с линями сейчас подаемся, пока ты все установишь. Ну вот, поели. Теперь можно дальше, да, Дариночка? Ой, как красиво. Угу. Ну, это сильно большая, как нам домой-то. Куда ее такую? Вот такую маленькую бы, но... Ой, ой, ой. Что, давайте сфотографируемся. Я не знаю, почему Настя сказала, что она 171. Настя такая большая. Ты всегда же 173 вес была ростом. Вес. Что, я не говорила вес. Настя говорит, что пробовала невкусные. По 11 рублей всего. Сколько всяких игрушек. Вот это. Ёк. Да я вот думаю взять набор игрушек, что ли. Какой-нибудь один. Это всего 27 рублей, по-моему. Вот эти вот взять. Давай возьмем. Я там покажу, мы нам вместе с коньками и носки специальные положили. Ну, дома уже покажем, что там. Может, вот эти купим детям, а? Снежки делать? Пусть играют. Можно. Разные только возьми цвета. Вон оранжевый один. Вместо голубого положи зеленый. Наоборот, вот этот возьми, а тот убери бледненький. Во, ага.
Дариночка, покупай что-нибудь. Я тебе дам сейчас денежку. Будешь брать? Выбирай. Может, что-нибудь надо? Знаете, у нас у детей нету ни одного пистолета, ни одного ружья. Может, то, что девочки? У меня были машинки. Машинки-то у них тоже были и есть. Тут всякие ружья такие хорошие продаются. Оружие? Да. Зачем нам? Ну, стрелять. Тихо-тихо. Да. Хочу гирлянды посмотреть. Пойдем мы там с сестрами в общагу? Пойдем, пойдем. Ну, смотри, какие интересные шапочки. Вау. Блин, на мой голову навесить, наверное. Зачем тебе, дочь, это Томми, например? Ты-то что? Ну, интересно же. У нас в семье продается гирлянда. Всякая-всякая тоже. Во, всякие эти, с Новым годом. Ну, тоже сейчас большой выбор стал, да? Прям можно выбрать все, что хочешь. Можешь взять Томки. Смотри, искусственные волосы. Надевался это? Угу. Ну, давай им 200 рублей стоит. Ну, давай возьмем. Девчонкам-то они будут маленькие, а Томки пойдет. Эй, вон пчелка есть. Да ну, пчелка что попала. И дети у нас вроде как уже большеватые, а все равно еще дети-дети. О, против выпадения волос. Мне надо такой, такой для девочек. А это что такое? Светильники. Как у нас в комнате висит у детей. Покупали мы вот такой насос. Даже надуть ничего не успели, все развалилось сразу. Я знаю, что взяли наушники. Ну, возьми наушники. Я не знаю, хорошо. Хотя у нас двое дома лежат наушников. Я три покупала, одни использовала, а два так и лежат еще. Так а нафиг ты сидишь там уже весь день? Ой, ты что это? Это что такое? Ой, занятие. Покажи. Покажи. Некогда им. Жена. Ну подожди, ты ручки грязные, все грязное. Они сегодня себя так хорошо вели. Сашка прибирала, Женечка читала, Томочка там с папой была. Кушали. Что, слушались, да? Ага. Ну, прям молодцы, вот, молодцы. А какая вкусная? Я вот это. Папа, все равно пробовать друг у дружка будете. Это снег делать. А, снежки? Ну. Что с котом? Он что, в ванне подпалился? Он просто подпалился где-то, лазит где попало, весь день. Баня-то готова. Подумаешь, маленькая шерсти. Да потому что лазит везде. Вот Тишка сидит на печке. И так все. Вот загорятся где-нибудь. Ну хоть не до мяса. Этого отпустишь, он потом приходит через 2 дня. Где-то лазит вечно. Так, ну что, давайте показывать, что купили. Папа, ты видал, что мы тебе привезли? Это я бесплатно взяла книжки Вачинские. Почитаем, как будем в Ачинске, надо будет обратно внести наши еще. Суши. Да, суши еще в папе. Ну, суши, обычные суши с палочками. Так, взяла я. Начнем обзор. Купила муку,
не было челябинской муки, я ее больше люблю. Масло растительное. Так, Алишенька, вы еще не все расклали? Да слушай, это не надо было. Что она делает? О, какую красоту! Сейчас только не занимались. Табуретку папе подай. Вот он. В общем, начнем обзор. Мам, мы еще такие не ели. Угу. Дима купил себе. Дима купил себе куртку. И там, кофту, да. И там носки. Сашенька, смотри, что мы тебе взяли. Взяли мы Саше балетки, чешки, да, заниматься на танцах. У Женечки есть, а у Саши нет. Ну, надеюсь, нормальные. Ну, потолстый носок-то не надо. А это кому вы купили? Это Дарину все-таки я уговорила, и она купила себе Демикс вот это вот, на танцы ходить. Ну, можно дома, если что, если откажется вдруг на танцы. Хоть она уже там начала, да. Не хотела покупать, видимо, уже хочет, не хочет ходить на танцы. Хочу, уже пальцы загибаются. В смысле, маленькие, что ли? 30-й размер, Саш. А, сзади. По запасу. Это вот такое, вот это я хочу попробовать. А ты отложишь. Там еще целый сантиметр впереди, да? Да. Разносишь потом. Ой, какой мы костюмчик купили. В общем, ладно, начнем обзор. Взяли контейнеры вот эти, не знаю, для чего-нибудь придумаю. Я еще в прошлый раз думала. Ну, в общем, ладно, взяли. Снежки делать. Набрали мы конфет детям, но совсем ничего нету. Что, вкусно? Там вообще нету. Посмотрите, в фикс-прайсе нашла одну единственную вот такую пропись для красивого прочерка. Лазила, так больше и не нашла. Ну, вот дети будут заниматься. Ну, хорошая вещь, но была только одна единственная. А может, у нас там это... Чисто? Ну, ладно, идите туда, ешьте там. Мама такая прикольная. Там кузико торчит. Колбаску взяли. А где мой еще? Ну, вы видели, мы набирали. А, пончики взяли. Дарине она одну съела. Они, оказывается, тут с этим. Нет, я попробовала, вот кушила, вроде нет грибов. А? Вроде нету грибов тут. Рука, ты руки помыла? Да. А я нет. Здесь еще. Вот грибы. Ну, очень вкусные. Вам, может, показалось? Ну, может быть. Мы с Дариной одну... Я укусила у Дарины одну. Она говорит, ой, грибами пахнут. Ну, ничего, вкусные. Кофе себе взяла, масло. Вот в прошлый раз мы брали эти сосиски, ничего, такие вкусные. Купила сметану. Думала, мы сегодня быстро приедем. Тесто где? Вот надо сейчас у нас тесто. Я достала тесто, пока мы поехали, достала фарш, думала, беляши сделаем, и уехали. И, в общем, сейчас мы будем уже готовить. Посмотрите, носки, сказали, это специальные носки для занятия спортом. Я еще где-то фикс-прайс набрала носков девчонкам, вот, теплых, Жене и Саше взяла. Ну, вроде все. А, коньки, Алишенька, показывай, что мы там за коньки купили. Дим накрыл машину? Нет. Не накрыл? Коньки, в общем, взяли мы. Ставь вот здесь. Вот. Ремонт у нас идет. Это Томми. Они разные. Угу, ну ладно. Их, мы их наточили сразу там. Это Саши поменьше. Они раздвигаются. 30-33 это вот. Да. Женя. 27 вот это? 27-30, вот Томми. Угу. Вот Женя. Алина, ну вот это и это-то. Да, разные. Вот эти один. Нет, одинаковые. А, вот ну и в общем, вот Женьки, Саши и Томочки. Вот ну что, вы рады? Игрушка. Ну, все, пока погода.
Может быть, два раза сходят. Никто не кататься умеет, да? Никто не умеет кататься. Чего мы в прошлом году там пришли один раз, коньки нам достались один раз и все. И погода у нас бывает редко, когда погода такая летная, катальная. Ну все, вот такие у нас покупки. Хотела яблоки купить. Смотрю, девчонки, давай уже выкладываться там. Так и не купила ничего. Что, все, Линбаня готова? Да, сейчас пойду в баню. Ну, ничего тебе идет. Ну, а мышка наша. Пончик кушает, да? Устала она сегодня папе помогать вместо меня. Ты помогала папе? Где моя сладкая? Вот смотрите, как Вася у нас сделал. У нас почему-то все розетки около окна всегда. Вот во всех комнатах только около окон. Почему так? Не знаю. Папе так нравится. Во всех комнатах около окон. У папы не около окна. Мама, мама, кастрюлю надо ставить вниз? Да, у нее около окна. Да, да. Мам. Да, наделали мы беляши. Единственное, мы решили их в духовке запекать. Потому что так они будут менее жирные. По-быстренькому бац-бац-бац и запекли. Я вот тоже у себя в общежитии что-то запекала, курицу с картошкой. Поставила вот так кастрюлю с водой, она у меня вся сгорела. Потому что ты мало воды наливаешь. Ну, видишь. Это что, мало? Наверное. А, творог мы уже убрали, привезли. Это, конечно, не суши, наверное, это роллы, да? Я сегодня, когда ела, взяла вот эту вот зеленую горчицу. Ой, у меня чуть глаза не выпали. Вот ее. Что, провалилась? Наши вилками едят. Девчонкам налили чая, они уже вон ходят, видите, вон как таскают. И чай даже не пьют. Это мы купили фикс прайс. Приготовились у меня беляшики. Я их так накрыла, чтобы они помягче были. Потому что тесто перележало. Так позвонили помочь. А ты могла бы доела бы сама? А я и забыла, что я достала. Ну ничего не пропадет. Папа есть на это дело. Да? Горячий. Ну горячий, мама только вытащила, конечно. Потом ты бы не ела так, доченька. Вы бы сели нормально поели, да, чуши? Алиночка сегодня суп варила. Все, доели. Умница. Скоро надо Дарину тоже готовить к тому, чтобы готовить научилась. Острый. Девчонки уже попили чай. Пошли спать, но еще не спят. У нас погода такая теплая. Ну, сегодня, может, минус 3 где-то было. У нас баня каждый день. Но, правда, маленьких сегодня не купали. Завтра будем купать. Завтра постельное будем менять. Купать. Настя завтра уезжает. Писать курсовую ей надо. Не только курсы, у меня сессия скоро. Да и справка закончилась. Но у нее все закрыли в пятницу еще. Ну все, давайте говорить всем до свидания. А что сегодня? Я думаю, что блестит-то. Ну все, говорите пока. Всем пока. А, кстати, Алина после 2-недельных недельного перерыва на дискотеку собралась. Накрасилась. Ага. Так посуду у нас еще не мыта сейчас. Ой-ой-ой. Ну все, пока. Пока-пока.